6 лет назад, в возрасте 64 лет, у Аллы Пугачевой появились два ребенка. Двойняшки Лиза и Гарри стали настоящей радостью для родителей, хотя в своем возрасте Примадонна не могла родить самостоятельно. Звездная пара призналась, что малышей выносила суррогатная мать, имя которой до сих пор никому не известно. Но в день рождения звездных детей появилась зацепка, которая могла раскрыть правду о знаменитостях. Донором яйцеклетки для Пугачевой и Галкина могла стать Юлия Проскурякова. В далеком 2013 году она уже была женой Игоря Николаева. Ни для кого не секрет, что Примадонну и композитора связывает слишком многое. Совместная работа, дружба и теплое отношение – это далеко не все. Алла была для Игоря музой, и в сети ходит слишком много слухов об их любовной связи. Своим постом в Инстаграм Проскурякова могла намекнуть, что дети Пугачевой тоже являются для нее родными. «Наши любимые дети», – написала артистка, тепло поздравив двойняшек. Ранее генетики также отмечали родственную связь между Вероникой Николаевой и Лизой Галкиной. Трудно не заметить, насколько дети похожи. По срокам Юлия могла помочь звездной семье родить, ведь своей дочкой обзавелась только 2 года спустя. Чего же она ждала? По старой дружбе и ради любимого супруга женщина могла пойти на многое.